Всем привет! У нас стрижка плюща. Вот эта куча обрезанных веток. Это только половина работы. Хочу, чтобы вот этот разросся. Светленький, зебристый такой. Он мне очень нравится, но он никак силу не наберет. Я там прочистила пространство, чтобы было куда ему заплетаться. Я бы вот этот уже убрала, если бы вот этот симпатяга разросся. Ой, еще сколько там подстричь вверху, надо лестницу ставить. Позади там тоже куча вон лежит. Пыли надышалась. Я стараюсь шлангой смывать его перед тем, как резать. Вон на сколько лежит на полу, и вон сколько еще вверху резать надо. Или после дождя надо стричь, или хорошо смывать. В общем, на сегодня все. Иду в душ. Это все еще надо вынести. Как быстро время бежит. Вот только недавно сеяли. Только пережили холода. А вот уже и заготовки начинаются. Вырвала укроп. Не весь, конечно. Ну, такую миску нарвала, чтобы мне было удобно его мыть. В этом году у меня впервые такой укроп. Я не знаю, с чем это связано. То ли потому, что я в парнике сеяла. То ли потому, что я совсем ранее весной под перекопку заправляла землю нитрамофоской. Больше ничего туда не добавляла. Ну, не знаю, но вот такой укроп. Или, скорее всего, я думаю, это связано с погодными условиями, подходящими для укропа. В прошлые года у меня так поднимался укроп. Слабенький, такой слабенький. Затем, ну, такой подрастал до 15-20 сантиметров и уже зонтики вязал. И все, и нападала мучнистая роса. И надо было успеть, вот как он только 10 до 15 сантиметров. 15 это уже было поздно. Уже зонтики шли. До 15 сантиметров молоденький пока срезать, и то, насколько быстро нападала вот эта мучнистая роса, или я его поздно сеяла. Ну вот как-то надо уловить этот момент, но в этом году у меня очень буйный такой укроп, хорошая зелень получилась, так что я нарвала, хорошо перемыла, сейчас он стекает на друшлаг здесь у меня. Вот. Такая. Ой, ничего себе не вытянешь. Миска и друшлаг. Сейчас стечет, затем на полотенечко. Немножко просушу, нарежу и в морозилку. Прошлогоднего немножко осталось. Все выбросим. Замораживаем новый. Всем тихой доброй ночи. Делаем заготовки, а там будь что будет. Надеемся на лучшее. Все будет хорошо.